Днепропетровский спортсмен Богдан Никишин занял второе место на Кубке Украины по фехтованию. В финальном поединке Богдан Никишин уступил киевлянину Виталию Ашарову со счетом 15-12. Бронзовые награды завоевали киевлянин Юрий Тараненко и Дмитрий Кирпулянский из Донецка. Кубок Украины по фехтованию состоялся в столице. За победу соревновались более 100 спортсменов из 18 команд страны. Сборную нашей области представляли 4 участника. На Днепропетровщине фехтованием занимаются более 200 спортсменов, с которыми работает более 20 тренеров.